Добро пожаловать в распределительный центр «Меломан» – место, где начинается путь каждого товара до его появления на прилавках. Наш комплекс является не только логистическим сердцем компании, но и ключевым узлом, где пересекаются важнейшие потоки поставок. Работая в соответствии с высокими стандартами класса А, центр обеспечивает полный цикл обработки, начиная от приемки и заканчивая подготовкой к отправке. С момента своего открытия в 2019 году, благодаря эффективной организации пространства и автоматизации ключевых процессов, мы достигли значительных результатов. Ежедневная обработка составляет 2000 заказов, а месячный объем достигает 60 тысяч. Данная производительность обеспечивает поставку как для 44 физических магазинов, так и для 5 онлайн-маркетплейсов, гарантируя безупречную и своевременную доставку. Наша логистика расходится по всему Казахстану, охватывая 14 ключевых городов и обеспечивая быстрое и надежное поступление в каждый уголок страны. И, наконец, наше партнерство с ведущими мировыми брендами подчеркивает доверие к нашему распределительному центру. Среди наших партнеров – Lego, ведущий производитель конструкторов, Funko, известные своими коллекционными фигурками, Sony, лидер в области инноваций, и Mattel, чьи Барби и Hot Wheels завоевали сердца поколений по всему миру, а также многие другие. Теперь, когда вы знакомы с ключевыми аспектами распределительного центра, пришло время углубиться в детали его ежедневной работы. Для этого слово предоставляется нашему директору, который раскроет, как центр обеспечивает быструю и безупречную доставку, поддерживая высокий стандарт качества на каждом этапе. Добрый день! Меня зовут Владимир, я являюсь директором распределительного центра компании «Меломан». Я и моя команда занимаемся распределением товаров по всему Казахстану. Площадь нашего РЦ составляет 6 тысяч квадратных метров, и она может вместить 800 тысяч кукол Барби, 60 тысяч конструкторов Лего Сити, 1,5 миллиона фигурок Funko Pops. Прежде чем товары встретят своих покупателей на прилавках и в интернет-магазинах, они проходят через 3 ключевых этапа в нашем распределительном центре. Давайте взглянем на эти этапы поближе. Первый этап начинается с момента поступления товара. Наша команда проверяет документы и осматривает товар на наличие брака. Затем каждый товар получает свой уникальный штрих-код, обеспечивая его учет и отслеживаемость. После этого товары перемещаются в зону хранения, где поддерживаются оптимальные условия. Второй этап – это когда мы переходим к подбору и упаковке. Здесь каждый товар внимательно собирается и проверяется на соответствие заказу. После чего его упаковывают с особым вниманием, чтобы обеспечить безопасность во время транспортировки. И, наконец, последний этап – отправка. Здесь товары распределяются для комплектации заказа. Мы тщательно следим, чтобы каждый заказ был отправлен вовремя, гарантируя, что вы получите свой товар точно, когда ожидаете. Таким образом, все товары проходят свой уникальный путь в нашем распределительном центре. На каждом этапе мы заботимся о товарах как о собственных, обеспечивая, чтобы ваши покупки были доставлены быстро и без единого сбоя. Мы стремимся не просто перемещать товары, а доставлять радость каждому клиенту.